Друзья, все время ездил с магниткой на крыше, но увидел у проезжающих мимо машин кронштейн, который крепился на опоре амортизатора пятой двери. И, так скажем, приглянулась мне такая идея. Поискал в интернете, не нашел продажи их почему-то. Может, ошибаюсь, дайте ссылку, буду только рад. Ну вот, сначала из картона вырезал трафаретик небольшой, а потом из металла согнул вот такую штучку. Сейчас покажу, что получилось. Ну, конечно, пока корявенько, все это не покрашено, все это пока в работе. Ну вот такой кронштейн, я думаю, имеет право существования. И я думаю, многим он приглянется. Сразу прошу прощения за бардак на верстаке. Вот эта стойка. Вот такая вот получилась. Если на эту сторону, то вот так вот. Пока еще страшная. Все это зашкурится, покрасится и будет отлично. Так, вот этот переход, вот этот плавный переход, делал с помощью вот такой вот железяки. Одну вот так вот ставил, вторую вот так вот. И зажимал в тисках. И отлично все получается. Но вот этот угол аккуратненько делал, сам выбивал. Здесь небольшой брачок. Это все потом затрется, закрасится. Ну и, соответственно, вот это вот потом прикину, как обточить. Вот она вот так вот выглядеть будет. Вот. Вот так вот, видите? Соответственно, по контуру и обрежу ее. По контуру вот этой вот красивой черной железочки. Вот так вот. Итак, друзья, первая попытка примерки вот такой формы получился кронштейн на место крепления амортизаторов задней двери. Вот форма вот такая вот, вот с такой вот волной здесь получилось, потому что шов обходить надо. Значит, вот давайте закроем, посмотрим, какие щелки. Сразу скажу, что на двери в этом месте стекло. И, соответственно, вот видите, вот идет закрывание. Вот. Вот, закрылось. Практически вплотную к стеклу. Но не чиркает об стекло. Тоже хорошо. И краску не задевает на кузове. Это вдвойне хорошо. Так что вот такой вот кронштейн. Пришлось сегодня вспомнить молодость. С помощью болгарки, напильника и дрели. Выточить, вырезать из листового металла. Так скажем, железо покрепче нашел, может быть, даже и сталь какая-нибудь это. Вот видите, вот смотрите, вот, то есть не чиркает ничего, то есть форму угадал удачно. Вот такая вот форма этого кронштейна. Работы часов на 5. Вот на этой площадке потом размечу и установлю антенну, кабель
покажу потом, какой буду использовать, чтобы он прошел в щель между пятой дверью и корпусом. Есть специальный кабель. Вот такая вот штуковина получилась. Ну, чуть-чуть, видите, брачок, но это на работу и на прочность не влияет, потому что сталь достаточно хорошая. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.